натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Самым важным для этих людей, безусловно, является благополучие семьи, а наивысшим счастьем – тепло домашнего очага. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. К своей работе они относятся ответственно и серьезно. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Несмотря на то, что в глубине души они не смелы и не уверены в себе, они умеют скрыть это под маской мнимой отваги и решительности. Однако они много внимания уделяют мелочам, а в ситуациях, требующих решительных и быстрых действий, оказываются под властью необоснованных страхов и сомнений. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.